Хей, hey, йога, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Washing Chronicles. Ну что, мы одолели волка, теперь мы идем дальше, куда-то там по направляющей. Да, здесь я говорю, игра в основном заточена на парирование. Но я хочу этот меч заточить полностью щитом. Хотя, может, дальнейшее я еще... Гамнюки, гамнюки. Так, ладненько, и снова у нас развилка. А, ну лучше тогда налево, да. Там пустое место, во-первых. Там может что-то дропнуться. О, я могу уже левелапнуться. Значит, я могу улучшить про обычное оружие, сначала с четырьмя осколками, на один тратится лишь один, потом на второй три сразу. А, подожди, у меня еще есть снизу проход. Даже тогда фиг знает, что лучше. Ёбаные скелеты. Ебаные маги. Пошел вон. Возможно, босс. О, тихо! Я прикол понял. Thank you.
тихо. Тихо, дурак, что ли? Повезло, повезло, пламенный рыцарь ушел от меня. Пламенный плащ. Стоп, это одежда? Нет, это не броня. Стоп, а что я получил тогда? Так, пламенный плащ. Плащ, наполненный огненной, который можно использовать для создания пламенных доспехов. Для создания нихера себе. Если ты здесь, то моего ученика должно быть больше нету. Он вместе с двумя другими моими учениками предал меня и заключили в эту пещеру. Несправедливость в этой сфере недопустима. Помоги мне выследить их, чтобы восстановить справедливость. Мы должны поискать их в небесной цитадели, наверху в ледяных пустошах, на крайнем свете. Я предвижу для тебя темное будущее. Сделай это для меня, и я буду с тобой, когда придет время. Ну, окей. Нихера, теневые клинки. Ну, снова, видите, они на магию заточены. Я магию... Я тут думаю, что у меня хп так мало? У меня херня как это стоит. У меня огненного урона нету. Зачем оно стоит у меня? Я подумал, у меня так выносливость хорошо поднялась. Я, конечно, могу немножечко пройтись. Вот если бы я сейчас упал. Допустим, окей. Нет! Наша цель — вернуть это. То, что упало, нужно вернуть. ГГшкам. О, а там тоже сундук, оказывается, был. Пиздец. Кто потерял 11 тысяч? Я. Я потерял 11 тысяч. Пиздец, нахуй. 11 тысяч не так уж легко и получить.
уже ничего не поделать. Да ладно. А, я вспомнил. Не тот сундук же, точно. Ну а чё мне в натуре эти уже тысячи с чем-то? Блин, обидно. Очень обидно потерять 11 тысяч. Легких 11 тысяч с босса. Здорово. Чё знакомое? Что же там они могли такое охранять, настолько ценное? Если не ошибаюсь, было сказано, при парировании восстанавливается выносливость. Я что-то не увидел, как она у меня восстановилась. Кольцо боевого мага. Так, увеличивает восстановление энергии на 20%. Ну, да. Полезная вещь, проверяйте. Ебаные фейлы. 11 тысяч просрать. Это целый уровень, и считайте, можно еще было что-то купить. О, здорово. Я тебя помню.
Чувак, я тебя помню. А я его помню. Ой, еще живой! Иди сюда, слушай. А, ну ты молодец. Ага. Байтит, тварь. Я к нему не залезу. Еб. Все, я... Вот теперь я сдох. Почему они такие сильные? Буду прыгать, бить и отскакивать. Хотя, чё я туплю? А-а-а. Ага. Но мне все равно до сейва нужно дойти. Мне все равно до сейва надо дойти. Не хочу, пожалуйста. Давайте я просто это дело проигнорю в натуре и просто пробежим. В натуре. А, фу, я подумал, это тупик. Я подумал, может, мне нужен двойной прыжок и отскок от стен. Мне нужен ёбаный сейв. Посмотрите, это без сейва идет вся дорога. Просто понимаю, чем я выше иду, тем я могу сейчас сдохнуть. И потерять все денежки накопленные. Пожалуйста, небесность, прошу, дайте. Сейф, прошу, дайте. Чё? Ладно, давайте сделаем тогда таким образом. Я заканчиваю на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.